Житель Саратова во время прогулки по набережной Волги увидел собаку, угодившую в холодную воду. Неравнодушный мужчина, рискуя жизнью, тут же бросился на помощь животному. Собака из последних сил держалась на воде и никак не могла выбраться на лед. Прохожий лег на оказавшийся неподалеку спасательный круг и, отталкиваясь руками, подобрался к собаке. В итоге животное удалось достать из воды. Четвероногий тут же скрылся от толпы, а добровольца, спасшего собаку, встретили на берегу под залпы аплодисментов.